Дима у нас завтракает, да, Димочка? А я тем временем варю гречку. А на улице у нас дождь. И мы ждем, сейчас нам должны привезти батарею. Заказали мы батарею. Пока возможно съесть. Захотелось мне почему-то вдруг добавить морковку в кашу. Не знаю почему. Немножко добавила, натерла всю. Немножко добавила, немножко нет. Тут еще немножко воды есть. Сейчас она доварится. Мне кажется, будет очень вкусно. Почти готово. И немножечко я оставила. Попробовала, она такая, оказывается, вкусная. Попробую сегодня Диме дать, наверное, с маслицем оливковым. Думаю, будет вкусно. У нас уже светает, но по-прежнему никак нету этих доставщиков. Да, тут, кстати, у меня вот дрожжи самостоятельно сегодня поднимаются. Маслица, ну такое, кстати, очень маслица любим. Из морозилки я вытащила. У нас 3 пачки осталось последние там. Это вот Димина курага на обед сегодня, да. Здесь мой кефирчик, мои таблетки, бананчик, мандарин с апельсинкой. Муку надо будет пересыпать. Сейчас я уже устала, потом буду в обед все это делать, пересыплять. Вот, короче, вот так вот. Живем потихоньку. Муку уже достала из запасов. Решила ее, надо, думаю, постепенно кушать. А потом докупим, если что, новую, свежую. Вот так вот у нас. Ну, птички поют. Класс. А, мимо. Еще бери. Что такое, Дима, не получается. Опять мимо. Да ты целься. Что-то ты как-то. Но вообще в другой бок. Давай, теперь мама будет бросать. Собирай. Ну, туда, туда, туда. Давай. Вот, видишь, как надо? Вот она. Прямо держится. Оп, попала. Ты мое кольцо. Зачем? Оставь его там, оставь. Какая разница? Она когда летит, не будет выбирать. О, у мамы уже 2, да? Мимо. Мимо. Ну, оставь, оставь, Дим. Мимо. А, какая мама уже 5 раз. Отскочил и прям попал. А! Мимо. 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 Теперь Дима. Бери все, собирай их. Хороший такой. Молодец. Не получилось? А? Со второго раза получится? Получилось со второго раза, да? Никак. А что ж у тебя зеленый-то не там? Там зеленый. Вот, зеленый, а у тебя колечко где? Раз что складываешь-то. Типа она летит, что ли? В полете. И красная осталась. О, молодец. Попал, Дима, да? Да,
что там кряхтишь там? Что ты кряхтишь там? У нас, смотрите, выставка есть. Отойди, Дим. Отойди, Дим. А, ты мешаешь. Это вот я рисовала, что-то тут тоже я. Тут вот Димин в моей обработке. Тут какие-то головы у меня получились, что-то такое. Лапки вот. Что-то, короче, получилось непонятное. Здесь Димина. Здесь у него прям кружки получились хорошие такие. Здесь тоже Димин, это он линейкой проводил. Такая у нас выставка, он прям радуется этой выставке. На веревочке вот они у нас висят, видите? И закреплены этими вот штучками. Закрепками, что ли, да. Можно пошире, кстати, да. Потом планирую я сделать прям вот отсюда. Вот тут есть еще и вот тут есть. Вот шир побольше, когда будет картина. Да? Что там у тебя? Ой, ты всеми попал в одну прямо. Ну надо же, какой Димочка молодец. Какой Дима молодец, да? Да? Время уже 11 час у нас. Все никак не едут, не везут нам батарею, да? Никак. Встала я еще рано. 9 часов встала. Думала, может, они привезут рано. Да? Куда полез? Сейчас застрянешь там, Дима. Думала, рано привезут. Обычно рано привозят. А что-то нет. Опаздывают. Угу. Сели мы кушать с Димочкой. Дима кашу кушает. Еще вот рулетики. Ну, у меня вот рулетики, потом я ему отрежу. Буженинка, салатик. Здесь помидорка, огурчики, морковка, которая с утра я терла, капустка. И у Димы тоже. И наш хлебушек уже остывает. Мягенький. Обалденный. Короче, мы кушаем. Пожелайте нам приятного аппетита. Смотрите, как у нас светло. Какое солнышко. Сегодня целый день шел дождь. Здесь такое солнышко. Оно выше стало. Но здесь теневая сторона. Уже у нас вечер, солнышко вот там. В той стороне у нас Волга находится. Вот. Мне так прям освещает холодильник. От него прям такое там, какое солнечное идет. Солнышко такое. Тепло. Ну, окна, конечно, грязные. Я не мыла их еще. Все только я подумываю. Мыть, не мыть.